Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! В сегодняшнем видео мы вместе с вами распикируем анютину глазку. Посмотрите, как хорошо вошли эти цветы. На моем канале есть видео, как я их сеяла. И сеяла я их, кстати, в грунт из торфоперегнойных таблеток. Отличный вариант, скажу я вам, и помогает сэкономить деньги, меньше количество таблеток требуется, и просто-напросто я вот таким вот образом освобождаю таблетку от верхней сетки и превращаю ее в отличный питательный грунт, выкладываю все это в лоток с крышкой, чтобы можно было это все накрывать, и получилась такая мини-тепличка. А в качестве лотка я использую такие вот коробки из-под печений, продаются в супермаркете, не нужно покупать ничего специального, то есть тоже бюджетный такой вариант. И семена отлично прорастают, вот посмотрите, схожесть великолепная, и сами кустики довольно-таки крепенькие. Единственное, что у нас стояли такие пасмурные дни, поэтому рассада тянулась, и вот видите, вытянулась. Так вот, сегодня я буду все это дело рассаживать. Буду для пересадки использовать вот такие вот ячейки. Обычно эти ячейки, кассеты, используются для посадки капусты в совхозе где-то. Вот, у нас они уже достаточно давно, и, как правило, у меня сейчас папа сажает в них перцы, помидоры, баклажаны, он даже показывал не раз, и разрезал он их специально вот на такие маленькие, они на самом деле огромные, вот, на небольшие такие. Вот здесь у меня чуть меньше, то есть 2 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, значит, на 12 растений. Я заполнила уже эти ячейки нашим перегноем из компостной кучи, просеянным. Этот перегной не в чистом виде, то есть он напополам намешан с песком, и также на ведро вот этой вот готовой смеси перегной плюс песок добавлен стакан золы. Итак, я буду использовать вот такой вот пластиковый ножичек. Взяла у сына в его наборе для лепки из пластилина и просто-напросто поддеваю аккуратненько. Вот видите, делаю вот такую дырочку. И приминаю. Конечно же, лучше это делать, не травмируя корень, а постараться брать с комочком земли. Опять же, корень не будет травмирован. Корешки получились длинные. Вот аккуратненько росток сюда пересаживаем. Работа довольно-таки кропотливая. Но сложного в ней ничего нет. Вот посмотрите, какие хорошие корешочки. И сейчас нужно обязательно будет все это пролить. Чтобы растение наше принялось. Я тут, конечно же, на своем импровизированном столе уже несколько развезла грязь, но надеюсь, вы меня за это простите. И вот посмотрите, все растения я пересадила, и теперь нужно аккуратненько их полить. Так, чтобы вода не попадала в центр розетки. Это важно. Не спешите. Излеечки по чуть-чуть. Если будет необходимость, появятся такие дырки в земле, земля осаживается, конечно же, нужно будет подсыпать сверху. Тоже аккуратненько. Но сейчас самое важное, это хорошо растения наши полить, чтобы они принялись и не перебаливали. И вот, как видите, свою рассаду анютиных глазок я пересадила. Как она будет себя чувствовать?
Что буду делать дальше, я вам покажу уже в следующих видео. Надеюсь, что все будет хорошо, и мои анютины глазки примутся и будут радовать меня чуть позже своей красотой и обильным цветением. А на этом свое видео я хочу закончить, но еще раз напомню, что в описании к этому ролику в инфобоксе вы найдете первое видео о том, как я сеяла анютины глазки на рассаду. До новых встреч на канале «Дела огородные». Удачи вам!